сука! Мрази тупые вы! Чёрт, да! А? Ждем оперативников СВСБ, лжеоперативников. Если честно, вы... А вы на каком основании вот этот вот триколор у вас здесь под лобовым стеклом? А тебе какая разница? Ну вы в курсе, что это незаконно? Что незаконно? Незаконно, а вот под лобовым стеклом. Ты стоишь как... Вы пи***ете символику Российской Федерации, тем самым позорите. Я понимаете? Позорю? Ну да. Но ты сейчас позоришься, долб***. Засранцы, что делаете-то, а? Нет, мы дорожники, проверяем качество покрытия асфальта, вот, и мы тестируем, поэтому если вы хотите, проезжайте дальше по тротуару. Мы вас не держим. Вы нормально, да, деньги делаете на рекламу, да, сетевую? Да, вот мы рекламируем, что у вас, Nissan? Вот. Мы сегодня это, в Nissan отдадим съемку вот эту, вот, и получим денег за это. Может, представительство нам машину подарит. Дай Бог, дай Бог. А может, у вас отнимет и нам подарит. Так, таксисты. Мужчина! Ой. Доброе утро! Дай вторую! Лево на лобовое. А можно мы позвоним в вашу службу диспетчерскую и скажем, что вы страдаете ерундой? Иди нахуй! Мы о вас уже сообщили, все, успокойтесь. Идите отсюда! Идите отсюда! Успокойтесь, слушай. Иди отсюда! Успокойтесь, не надо выходить драться, все. Езжайте назад, Влад, слезай. Дай сдам назад! Давайте назад. Сука, дай повис! Все, он уходит, все. Еще один ублюдок, сука, тупый. Еще один ублюдок, тупой, нет, правильно. Сука, мрази, сука, тупый. Да, я сниму, мне не видно. Сейчас будете драться, зачем вам это надо? Да не буду я драться, сука, дай сниму. Сука, мрази тупые вы. Че, да? Надо орать, успокойтесь. Яма разбила. Вы работу хотите лишиться, вы так адекватным-то будьте. Вы как себя ведете-то? Вы прям девушка, мать. Вот, пожалуйста, вы кто вы после этого мужчина? Ну, вы сами, да вы 3 секундочку, просто нет, успокойтесь. Вот вы по логике. Сука, не мы, не мы по дороге. Мусор, да ты стоишь, мразь, тупая, на дороге. Вот человек, правильно, мы стоим, а что мы должны? Тащите, все. Встречайте Бен Стиллер. Он свиден. Стой! О, красавчик! Все. Еще и ДТП. Ты урод, ты че, сука, и ты тварь, все нормально, ты адекватный вообще? Вообще ты адекватный? Че ты? Ты скажи. Че тебе надо? Че тебе надо, тварь? Я адекватный. Пошли, пошел на тварь. Избери человека, сейчас всю машину заберу. Ты что здесь делаешь? Вы вообще трезвый молодой человек? Вы что, какой-то глупый ребенок, ебом. Сидите, успокойтесь, все, ждем полицию. Мало того, что сбил человека на тротуаре, провез его несколько сотен метров. Так еще и что он сделал? Врезался впереди идущий автомобиль и наорал на водителя со словами, что ты тут забыл.
только в России так может быть, честное слово. Знаете, что дети из организации «Стоп хам» являются общегородской. Люди борются, да, люди борются со злостными нарушителями. Подождите, люди борются со злостными нарушителями правил дорожного движения.